Сергей Петрович, хочу тоже поздравить вас с победой. Это было блестяще. Ладно, спасибо. Нет, правда, я была очень пессимистично настроена, но ребят как будто подменили. И вы такой перерыв, что все на льду творили. Спасибо, Виктория Михайловна. Вы меня извините, мне нужно к команде идти. Конечно, идите, я сейчас тоже подойду. Сергей Петрович, вам плохо, что ли? Сейчас. Василий Геннадьевич, позвоню. Не надо никому. Василий Геннадьевич, а вы где сейчас находитесь? Тренерской, видите? Сергею Петровичу плохо. Молодежка. Лед и пламя. Новый сезон. С понедельника по четверг в 20:00 на СТС.